Талант есть у каждого, главное его вовремя заметить и развить. Именно этим и занимаются сотрудники Музея изобразительных искусств имени Эльзи. Они работают с воспитанниками социальных учреждений уже не один год. За мольбертами в Храме искусств выросло не одно поколение юных и творческих. Среди ребят, проходивших обучение в рамках проекта, есть и те, для кого это стало самой настоящей путевкой в жизнь и дало возможность связать свою судьбу с искусством уже на профессиональном уровне. У нас стояло 14 занятий, и они включали в себя обязательно знакомство с творчеством современных профессиональных художников. И вторая часть – это всегда мастер-класс. Итак, знакомство с нашими коллекциями музея, знакомство с временными выставками и работа с самыми разными художественными материалами по мотивам увиденного. В экспозицию вошли порядка 50 рисунков, выполненных в абсолютно разных техниках. В едином ансамбле они демонстрируют навыки владения юных художников карандашом и кистью. Помимо изобразительного искусства, молодые дарования представили и творческие номера. Яркий пример – песни на языке жестов, которые исполнили участники с нарушением слуха. Завершая девятый этап проекта, его наставники и воспитанники уже ждут встречи в новом учебном году. Дарья Боронина, Народные новости.